Волейболисты Кемеровского Кузбасса попали в символическую сборную 1/8 финала по версии одного из спортивных интернет-порталов. В течение нескольких дней болельщики на сайте Волейбол Ньюс выбирали лучших игроков по своим позициям. В итоге Константин Ушаков, Павел Мороз, Самуэль Туя, Евгений Галатов и Михаил Щербаков попали в число лучших на стадии 1/8 финала. Кроме 5 игроков кемеровской команды, в списке значатся имена Сергея Тетюхина и Дмитрия Мусерского. Напомню, в 2 матчах Кузбасс обыграл Краснодарское «Динамо» и впервые в истории клуба пробился в четвертьфинал. В этом году мы построили так работу, чтобы максимально выйти на пик формы именно к этим матчам. И все ребята показали, что они, в принципе, хорошие волейболисты и психологически, и физически были готовы играть на пределе. Ну и, в принципе, слава богу, это у них получилось.